Более 300 заявок на участие в самом народном проекте подали алматинцы в прошлом году. Их общая сумма превысила 14,5 миллиардов тенге. В итоге 55 наиболее конкурентных предложений было решено воплотить в жизнь. Таковы результаты первого этапа проекта «Бюджет участия». Напомню, в прошлом году на его реализацию каждому району было выделено по 500 миллионов тенге. В этом году сумму решили увеличить до 800 миллионов. При этом правила отбора остаются прежними. Будет измеряться тем, что сколько людей проголосует за тот или иной проект. И отбор в конечном итоге будет, и предпочтение будет отдано тем проектам, которые получили наибольшее количество голосов.